Нет, все, все, вот сейчас. Второй раз. Второй класс. Здравствуйте. Буэнос диас? Почему? Скажи по-своему, как меня. Калиспера, молоке. Немного. Колоночку сейчас достанем. По старой доброй традиции. Дмитрий, мы начинаем. Рассказывайте. По какому поводу мы здесь опять собрались? Ровно год прошел. Все думают, что мы собираемся по одному поводу. На самом деле, каждый раз повод разный. Святой источник. Что ж это? У вас микрофон не включен. Конечно. Повод разный? Да, повод разный. И разный только потому, что мы каждый раз приезжаем за новыми ощущениями. КВН, само собой, ну а все остальное. Давайте не будем его называть. Окей. Сан Саныч, за проезд передаем? Собираем. Собираем, да. Это Сан Саныч. Ну, сегодня нас погода встретила не так солнечно, как в прошлый раз. Сегодня нас маленечко облило дождем. Сегодня чуть-чуть. Сегодня Юлия немножечко обмочилась. Немножечко обмочилась. Чем? Зачем? Дождевой водой. Святой источник. Вот такой. А еще мы видите порт номер один. Да. Хорошо. Хорошо. Нас закупорили. Это что-то вошло. Это что-то чтобы вошло. Вы... Это, кстати, Роман. А это, кстати, Рома. Пока-пока. Я практически здоров. Ну, я помолчу. Рассказывай. Анекдот ты уже сегодня рассказал, а я его вставлять не буду. А ты мне говоришь? Слишком пошлый. Нет, не вздумай его вставлять, да. Я тебе расскажу потом какой-нибудь цивильный. Вспомню. Хорошо. От каждого, короче, нужно по анекдоту. Причем по анекдоту. Отлично. Кто бы сомневался. Вот от тебя других мы, в принципе, и не ждем. А вы его знаете. Да, неважно, а ты потрудись, найди что-нибудь интересное. Позвони, кому надо спросить. Самое удивительное, что она знает больше всех, на самом деле, пошлых анекдотов, но это никак не помогает ей устроить свою личную жизнь. Пожалуйста. Рассказывайте анекдот. Рассказывай, ты первый. Да вы его знаете. Давай. Ладно. Прави. Повторяюсь. Повтор. Рыбака? Нет. На эту рыбку? Да нет. Про спор, про вражду кланов. Подожди. Действительно. Давайте за неудачно рассказанный анекдот сливаем по дороге. А что, не рассказываешь? Нет, ты рассказывай. Конечно, так зрители YouTube-то не знают. Короче, была война между двумя кланами, змеями. Они решили, чтобы свои отношения как-то мирное русло вести, они решили поженить детей. Ай, господи, какой старый, нудный, беспонтовый анекдот. Нет, не знаю, вдруг она сможет. Нет, только не знаю, расскажите. Может, она симпровизирует что-нибудь? Да, дочка да, приходит к папе и говорит, папа. Там начало разное. А ну-ка, 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 давай, давай, давай. Папа, мой муж любит... Нет. А вот это Дэн 400 ВТ, это ты? Что? Дэн, нет. Это просто одно место все равно, я сейчас поискучу. О, как много вас тут, ребята. Айфон Алена ищет. Потом дальше 6А2374ДБ, МИПА 2. Сан Саныч, что вы намерены сегодня употребить? Чай. Чай? Зеленый. Ага, хорошо. С легкими нотками джасмина. Собранный на западном месторождении. На южном склоне западно-мисоехского месторождения. Во, во. Я бы не рискнул такой чай пить. С нотками можжевельника? С нотками можжевельника 95-й фракции. Да и мне не надо держать, мне тут сам будешь. Держи. Соломинка, держи. Держи меня. Ну давай, продолжай. Держи. Дальше? Она дальше не знает. Держи меня, сладко. Держи. Что-то шторма 12 баллов. Да-да-да. Прям веселуха пошла. Давайте я свою песню включу. Диму ждем. Давайте, у кого там интереснее? Так я тебя не могу найти.
Саня, скучно-то одень. Думаешь? Ой. Прошу прощения. Я ж специально. Потом открыть. Опа. Ну шо? У нас добрая традиция. Раз в год мы приезжаем в Крым и идем в этот супермаркет, потому что после долгого... Да, потому что после долгого перелета дико хочется чего-нибудь минимум выпить. Я уже не говорю про поесть. Я уже не говорю про алкоголь выпить. Я просто говорю, просто физически, Саша, воды попить. Ты будешь пить алкоголь? Я? Нет. Ты? Это я не делаю уже с июня месяца, чего и вам всем желаю. Вот. Я мало того с собой взял еще и для тренажерных занятий, для спортивных, свои тренажеры. Вот. И жгут. Дабы можно было бы повеситься. Вот. Так, что у нас там по бензину-то нынче? Бензин 95-й, 44,90, 42,90, простой 95-й. Просто жесть. И цены мы фотографируем. Цены. Космос. В общем, коллеги растут. В прошлый раз брали по две бутылки пива. Нынче берут в два раза больше. А я буду вас всех отучать от этой штуки. Потому что, во-первых... Заметь. Нельзя отрываться от коллектива, коллектив это я тоже самое. Заметь. Я не пью. Я и в том году не пила. В этом тоже. Ай, я молодец. Это она на камеру говорит. Не-не-не, правда. Я знаю, знаю. Алена молодец. Я не поняла вообще. Она ест и ест. Ест и ест. О, смотрите, смотрите, смотрите. Народ-то стоит с пластиковыми стаканами. Ой-ой-ой. Так. Вкусно тебе? Очень. Девица. Я попробую. Сейчас я пока с камеркой иду. Все пьем? Да. А это Рома. Наконец-то. Кстати, Роман. И опять с пивом. Здоровый. Не как в прошлый раз. Чего дама? Ой, крымская любимая. Молодец. Вот она, фасшн. Дисковали. Армия алкоголиков. Чего с пацанем в стороне с моей? Ага. Не спалиться. Ага. Саша, мы не армия, а насрать. Я сигареты жду. У нас не армия, а насрать. Вы что? И пить за меня будете? Я бутылку шампусика. Давай. Я не буду. Чего ты не будешь? У меня вот, видишь, свой. Активия. Активия у меня. Ты активист? Сашка, так, ну что, все Рома. Долетели. Давай. Все хорошо. Ура! Везде мешаюсь. Долетели. Ура. Осталось только выиграть. Ура! Победа! Пройти отборочный. Здесь нет. Ой. Наш вон. Вот, Coca-Cola Zero. Это молодец, это по-нашему. Дайте мне попробовать. Бери. Вкусненько. Очень вкусненько. Ботинки прикольные. Сибирские ботинки. Вот не умеете говорить комплименты, а? Есть такой коктейль, называется «Невероятный удар». Я рассказывал, да, по-моему? Ко мне приезжал друг с Америки и говорит, я тебе сейчас напою... Ну, вы как только что про шампанское говорили. В общем, 50% шампанского, потом процентов 40 коньяка. Но он тогда брал этот... как его? Французский, нет. Французский, который... Нет. Ну, как он, самый знаменитый коньяк. Говорю, кому говорят. Хеннесси. И потом добавляет апельсиновый ликер, тоже 14 градусный. Короче, тебя пузырьки забирают, плюс ты еще бахаешь, считай, сразу этот коньяк. И для вкуса еще вот этой вот бурды. Ну да, так, Incredible Hack вставляет. Да и так вставляет. Так. Дмитрий заказной. Оп. Кстати, ты пил это пиво в прошлый раз или нет?
Нет, это не пробовал. Это что такое? Это тоже их местная какая-то горьковская пивоварня. Ну и как? Это не их, это Нижний Новгород. Ну давай. Мы остальные все взял крымские. Ну как Нижний Новгород? Не могу я на этой земле говорить про Нижний Новгород слишком восхвалительно. Вот смотри, поедешь в Нижний Новгород, люди вспомнят, скажут, ага. А ты чё, по старинке? Я попробовать, я еще не пробовала. Взятка? Ты одела взятку? Да я у нас взятку. Вот. Кстати, 100 лет не ел этих кукурузных палочек. Да, Зеро. Дима, давай свои салфетки в самолет. Напелись, наплясались, да. Протрезвели. Караоке дэй. Главное, чтоб ты не охрип. Чумы. Чумы, брать чемоданы. И вот это вот все мое, все мое. Тут все мои вещи. Сейчас классно. Начну торговать. Еще и курица. Кстати, смотри, чемоданчик вот этот вот дорого уйдет. Видишь, как виниски? Угу. Такой... Такой, на цыганский похож. А? На цыганский похож. На цыганский похож. Ну. Нормально. Свой чемодан я не отдам. Я туда себе нацепалась. Желтенький можно. Вот сюда? Ну, если его располовинить. Я его скручу. Тебе какая, нижняя часть или верхняя нужна? Саша, не задавай глупых вопросов. А что, паспорту тогда туда маленького надо. Я сюда и большой влезет. Большой влезет? Ну, может быть. В всем плане можно. Ялта in tourist. И машинка та же стоит. А, у меня еще и две сумочки, я забыла, да. Угу. Я сюда, походу, вообще жирнее. Классно.
Ну вот, осень здесь наступила в этом году раньше. Год назад ровно мы были здесь. Или просто то, что солнце сегодня нет. Реально. Реально больше, вот, меньше зелени, больше такой уже жены, что-то я... Желтизны. Красножны, да. О, вон они. Ну, мы сейчас будем заселяться. Все счастливы и довольны. Сегодня нам сказали, что у нас будет разгрузочный день. Подожди, я теперь тебе чемодан не отдам. Я просто тебе сорёшку сдала. Да? Ты тоже. Я первый. А ты на 10-м. А я на 10-м этаже. Я на 10-м этаже. Вот. Ничего-то не, почти не изменилось. Вот и Ванька Дорн тут, и Аня Лорак, и Сосо Павлиашвили. Могли бы уже и поменять кого-нибудь новенького. Никто не приезжал. Да. Так. Потолки-то сделали повыше к твоему приезду? Ни хрена. Вот, я вижу только что. Так. Так, мы еще... Да. А мы с тобой какой у нас? 15-25. Отлично. Ну что? Че? Тренажерный зал, потом бассейн. Вот. Потом пожрать. Погнали сейчас с тобой. Но тренажерный зал. Сразу. Посмотрим, что там да как. Конечно. Великий коллектив. Кроссовочки есть. Высокий человек и низкий человек. Вот. Он жалился над нами. Анекдоты-то новые повесили, нет? Тут ежесуточно. Мужчина, вот. Купите часы. Это точная копия швейцарских часов. Давайте. Ну, вам точная копия российских денег. Нормально. Если на переменах мы кидались мокрой тряпкой. Уверен, сейчас для этого есть специальная программа для айфона. Ну, как-то так. А может, мы отсюда насобираем шуток? Давайте. В принципе... Можно я только перезаду? Уже? Да, 50-й. Ну все, вам удачи. До встречи. До встречи. До встречи в зале ядьбы. Такс. Слушай, быстро ездит, я уже и забыл, что это такое. Эх. Слушай, Саня, ты не представляешь, как мне хорошо. В смысле? Ясно. Новый свет в моих жилах просто пролил какую-то определенную новую стезю. Так, куда? 25. Да. Ага. 15-25. Новый свет в твоих жилах. Ты про то шампанское? Да. Такс. Вот она, знаменитая походка. Простите меня за выражение. Ух ты. Это в преддверии Хэллоуина. Кстати, сегодня Хэллоуин. Да, мы будем наряжаться. Девчонки смоют грим. И будет. Будет Хэллоуин. Прямо рэп. Якс. Идем. Ну, какие картинки. Итак. Вот, спятый. Девчонки, давай играем сегодня. Да? Вот какой номер? 25-й. Вот. Сейчас достанем карточку. Еще две. Да ладно. Карту слот при номере. Она что, не запрограммировалась? Ну, подняться на 15 этаж. Точно? Посмотрим. 25.
потерять. Не потеряем. Давай твою проверим. Мою проверим. Ее еще найти надо. Классно. Ой. И он уходит вдаль. Разочарован. Так хотелось вытянуть ноги. Лечь на диван. На секундочку, мы ехали сюда. Ну, получается, 12 часов практически. А представляешь, мы подошли к своему номеру, а ключик-то не работает. Не открывается? А может, не в этом? А может? В этом? Саша, у тебя зарядка только на айфон? Она какой нужна? Бля, забыла зарядку, представляешь? Жесть. Забыла. Прямом дома забыла зарядку. Капец. Вот так вот. Не забывайте зарядки. Ну, тот что это? Ну, как это вот? Вот. 15-25. Не работает. Что? Игорь, ладно, я бутылку этого выпил, блядь. Ёпса, нового света. Ну ты-то трезвый, я люблю вкус. А что такое? Ну, ввели в заблуждение, что? Ты представляешь, как я выглядел сейчас? Великолепно, блядь. Ну, а чё? Мы из большой земли приехали. С большой земли? Ну, в эту деревню. Мы же откуда знали, что тут так? Привет, привет. Здравствуйте. А ну, она это, я его это, а она при чём? Ну... Ну, как-то видок-то в нынче такой. Смотри, что настроили в прошлом году. Вон, помнишь, делали площадку, мы еще думали, что там заливают. Смотри, какой огонь сделали. Потом сфотографируем. Для детей это. Ну, прям городок. Так это, наверное, этот. А, аквапарк. Вон, катающий, да-да-да. Ну что, вот туда пойдем или туда пойдем плавать? Это видео я. Видео снимаю. Она сняла по Первому каналу, был хороший сериал, очень хороший. А ты смотрела новый сериал «Спящие»? Да. Я смотрел. Как тебе? Мне понравился. Снят маленечко топорно, но сам смысл. Мне больше «Метод» понравился. Блядь, «Метод» охуелся. Это где Хабенский? Вообще. Просто а ты смотрел, что Юрий Быков после «Спящих» сказал? Да он поиздевался. Чего поиздевался? Ну, он поиздевался, он не будет уходить. Че смеяться? Он же так и сказал, ребята. Я не знал, что вы такие самые умные, самые это. Ну, а мне кажется, он правду сказал. Ну, Юрий Быков решил сказать, что типа, я попал в пропагандический. Я не знал, что так получится, вообще, типа, я ухожу... Подожди, как он не знал? Он читал сценарий, он знал, что он делает. Я пропагандирующий, типа, ФСБ и Америка, а Китай. Если бы он закрыл... Я сейчас, во-во-во!